О человек, сказано тебе, что добро и чего требует от тебя Господь. Действовать справедливо, любить дела милосердия и смиренно мудро ходить перед Богом твоим. Дорогие друзья, перед вами служение благотворительного фонда «Відвага», город Ровно, Украина. Мы готовим обеды для голодных, для людей, которые не имеют определенного места жительства. Эти люди когда-то были уважаемыми, любимыми, авторитетными. Но сегодня они оказались на обочине жизни. Общество, кажется, не замечает их, но они есть. Они каждый день проходят мимо их и не замечают. Меня иногда спрашивают, где ты их находишь? Мы находим их, потому что они есть. Наш девиз – «Раздели твой хлеб с голодными». Писание говорит, если видишь в виноградном кисти сок, не повреди ее, в ней есть благоволение. Мы бачим, там есть сок. Мы видим, что действительно эти люди хотят примириться, но они не знают как. Мы хотим, чтобы они покаялись, но они хотят есть. После каждого служения мы видим слезы в их очах. Они хотят жить. Дорогие друзья, вы хотите помочь людям? Пожалуйста, поддержите нас, и мы донесем Евангелие им. Пусть Бог всех вас обильно благословит. С великим уважением всем к вам, Санов Гасян. Mm-hmm.